Друзья, привет, меня зовут Олег, математик, я пишу песни, пою, сочиняю. Сегодня у меня впервые такой интересный опыт случился, с которым я хочу и поделиться с вами, с музыкантами начинающими или уже состоявшимися. В общем, сегодня я... Как вообще происходит процесс написания песни у меня? Мне приходит в голову какая-то мысль, фраза. Она у меня просто зацикливается. Я начинаю ее развивать, подыгрывать на гитаре. Вот у меня есть гитара. Сегодня мне пришла такая фраза в голову, как «Я хочу купить чашечку чая, кофе, а потом попить». На пароходе там же я хочу купить чашечку чая, а потом попить на теплоходе. Нет, там кофе на самом деле было, но не суть. И я, значит, взял там гитару. Ну, там представляется так, сяк. Вот. А потом в голове сразу, ну, там, так вот как-то... Пальцы сами по себе начинают выстукивать. А потом я чувствую, там должны быть шейкеры. Я пошел на кухню и выбрал наиболее подходящий шейкер. У меня был, значит, соль была двух видов. И еще цикорий был. Я его тоже попробовал. И в итоге выбрал вот эту вот соль синюю. Вот. Ну, а трек выложу попозже. Если вам интересно, что получилось по итогам, дайте знать, покажу.